Этот зимний пейзаж – картина, созданная самой природой. Такие рисунки встречаются едва ли не на каждом маховом агате. Идентичных изображений не встретишь, каждое неповторимо, говорит Ян Шестовский. В его коллекции свыше 30 полудрагоценных камней и ювелирных изделий. Чтобы собрать такое богатство, понадобилось 25 лет. В советские годы работал геологом в Казахстане. Теперь ездит в экспедиции за уникальными находками. Внутри него дендриты разных окиси, марганца, железа, и они в виде рисунка разных деревьев или похожие на мох чем-то в тумане, поэтому название маховой агат, или еще его называют пейзажный агат. Вот как на этой вот образце представлено, тут как японская графика, снежные горы, веточки деревьев. В соседней экспозиции – картины из пейзажных камней. Здесь, помимо агатов, яшма, халцедон, сердолик и окаменелое дерево – результат древних землетрясений. Древесина падала в обрывы, глина и песок создавали безвоздушное пространство, и дерево консервировалось. Подземные воды, богатые на железо, цинк и другие минералы, придавали затвердевшему материалу оригинальный окрас. Как правило, рядом находящийся минерал, он пропитывал это все дерево изнутри, и этот процесс происходил миллионы лет. Вот из него мы в основном и делаем свои поделки. На нем видно годовые кольца, на нем видна структура этого дерева. Оно не поменялось. Оно, по сути, камень со всеми признаками дерева. А за этим столом по одним только камням можно изучать географию. Южноамериканские пириты, они же кошачье золото, китайские азуриты и обширный список российских. Их привезли с Урала. Хризоберил, горный хрусталь, бирюза и уникальный уваровит или зеленый гранат. Человек, который не знаком с минералогией, думает, что гранат всегда красный. На самом деле гранат – это семейство минералов. Туда входит более 20, и один из наиболее редких и красивых – это вот этот уваровит. По сути дела, в мире два месторождения. Одно находится на Урале, другое – в Финляндии. Всего коллекционеры представили свыше 20 000 полудрагоценных камней, горных пород и минералов. Выставка будет работать до 11 сентября. Анастасия Синица, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя.